Теперь в обязательном порядке я жую сушеную гвоздику и специально забежала к врачу сказать спасибо. Здравствуйте, мои дорогие. Спасибо, что остаетесь с нами. Значит, мы стараемся для вас не зря. Лечебные свойства гвоздики широко используются в китайской медицине, так как благодаря уникальному составу эта душистая специя способна вылечить множество болезней. В гвоздике содержится провитамин А, бета-каротин, витамины группы В, С, Е, омега-3 жирные кислоты, эфирное масло и различные минералы. Состав пряностей и правда впечатляющий. Все вещества работают, если ежедневно жевать сухую гвоздику. Можно избавиться даже от хронических ангин. Узнав о ее и других суперкачествах, вы непременно захотите купить пару пакетиков этой, на удивление, дешевой специи. Стоимость ее смешная по сравнению со многими лекарственными средствами, но справляются сухие бутоны с проблемами. Отлично. Для очищения паразитов. Нужно всего лишь разжевать несколько бутонов сушеной гвоздики за 30 минут до еды. Делать так необходимо 2 раза в день. Это сильная профилактика, если глистов нет. Это профилактика. Если они есть, организм будет полностью очищен от паразитов спустя всего 2 дня. 1 сушеный бутон гвоздики на 20% состоит из эфирного масла, которое содержит ароматические вещества эвгенол, кариофилен и иланген. Также в гвоздике присутствует огромное количество и дубильных веществ. Благодаря столь насыщенному составу гвоздика эффективна. Ее боятся не только глисты, но и другие болезнетворные микроорганизмы, например, золотистый стафилококк, дифтерийная палочка и даже туберкулезная палочка. А для лечения полости рта можно смесью заменять жвачку сухими бутонами гвоздики, если взять за привычку жевать эту сухую пряность каждый день. И можно будет забыть о стоматите, пародонтозе и воспалении десен. Эфирные масла, которые есть в гвоздике, уберут еще и неприятный запах изо рта и не дадут ему появиться вновь. Это натуральное средство, которое гораздо эффективнее обычных ополаскивателей для ротовой полости. А цена сухой специи, повторяю, копейки. Если вы заметили первые признаки ангины или воспаления горла, пожуйте пару маленьких гвоздичек. Горло моментально перестанет болеть. Это помогает всегда, и болезнь будет остановлена. Для улучшения пищеварительных процессов и чтобы наладить работу ЖКТ, нужно разжевать 2 бутона гвоздики с 1 чайной ложкой меда за 15 минут до приема пищи. Нужно быть и осторожным, потому что, как всегда, есть противопоказания при язве желудка и 12-перстной кишки, а также при повышенном кровяном давлении. Нельзя применять данный метод. А вот эффект будет лучше, чем от кофе, при пониженном давлении. Стоит только разжевать парочку сухих бутончиков. Головная боль, вялость и головокружение уйдут. Людям с нормальным давлением иногда также рекомендуется вместо чашечки кофе пожевать сухую гвоздику. Это не только бодрит, но и стимулирует защитные силы организма. Еще стимуляция пищеварительных процессов и нормализация обмена веществ поможет быстрее похудеть, если кто в этом нуждается. В составе гвоздики присутствует эвгенол, который замедляет рост раковых клеток и препятствует появлению новых. Есть научные исследования на эту тему. В семьях, где плохая наследственность, где люди уже болели раком, такая профилактика очень уместна. Специя поможет улучшить общее состояние организма и предотвратить серьезную болезнь. Полезные свойства гвоздики, конечно же, впечатляют. Было проверено еще одно удивительное свойство сушеных бутонов – успокаивающее. Перестает беспокоить бессонница, и это счастье. Все дело в том, что ароматная пряность содержит комплекс витаминов группы В, которые так необходимы для нормальной работы нервной системы. Есть небольшой совет. Чтобы определить качество гвоздики, бросьте ее в воду с силой. Сухой бутон должен утонуть или же будет плавать вертикально с соцветием вверх. Если гвоздика плавает горизонтально, она уже не обладает лечебными свойствами,
К сожалению, это признак того, что эфирные масла полностью улетучились. На сегодня это все. Как всегда, просто, доступно. Пробуйте. Если понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы узнать еще больше полезного и интересного для вас. Заботьтесь о себе. Будьте здоровы и до новых встреч!